скажем вот так. У нас здесь жаришка намечается, господа. Не только на улице сегодня будет тепло, и завтра в том числе. Жарко сейчас от музыки встанет в нашей студии группа Кирсанович. Или Кирсанович. Этот момент мы сейчас выясним. Мы обещали выяснить этот момент еще вчера, когда анонсировали ваш приход в нашу студию. Давайте уже расставим все точки над «и». Кирсанович или Кирсанович? Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро всем. Конечно же, Кирсанович. Кирсанович, отлично, отлично, разобрались с этим. Итак, группа Кирсанович, господа, не будем долго тянуть, вам слово, поехали. Такой небольшой ритуал по надеванию наушников. Нам слово речевое или можно уже начать? Да можно уже начинать непосредственно музыкально. Эй, веселый Будда, вот стакан налей вина. Эй, веселый Будда, в небе спряталась луна. Расскажи мне, Будда, как постичь белесый дзен. Расскажи мне, Будда, и отдай мой пропелен. Пламенные цветы растут на великой стене. Пламенные цветы напомнят тебе обо мне. Когда я уйду в страну заходящего солнца. Когда я уйду, когда я уйду. Без молчания и без слов. Эй, веселый Будда, сбросит тяжести оков. Расскажи мне, Будда, как постичь белесый дзен. Расскажи мне, Будда, и отдай мой пропелен. Пламенные цветы растут для того, кто кричит. Пламенные цветы согреют того, кто молчит. Когда я вернусь из страны заходящего солнца. И тот, кто не верит, не может и шагу ступить. Сине, пламенные цветы напомнят тебе обо мне. Когда я уйду в страну заходящего солнца. Когда я уйду, пламенные цветы растут для того, кто кричит. Пламенные цветы согреют того, кто молчит. Когда я вернусь из страны заходящего солнца. И тот, кто не верит, не может и шагу ступить.
Отлично, вот прям то, что нужно с утра. Отличная, очень подожди, классная подожди, сейчас, ребята, наушники. Во, все, у вас drum and bass играл там? Они просто себе какую-то отдельную музыку включили. Я тоже так делал в 9 классе. Ребят, мы сегодня обсуждаем всяческие темы Хэллоуина. Скажите, пожалуйста, как вы сами к этому празднику относитесь? Праздник хороший, но недостаточно популяризирован в России, мне кажется. Что, а вам хотелось бы еще более популяризировать? Конечно, выходной, например. А, в календаре, да, выходной? Да, Хэллоуин. У меня сегодня... Я не могу... Оранжевый день календаря. Почему нет? Оранжевый день календаря. Такой же оранжевый, как наша тыква. Вы каким-то образом отмечаете сами этот праздник? Да, мы пришли к вам на эфир. Это классно, на самом деле. Спасибо вам за это. Это ж праздник какой-то. Можно вопрос? Где барабанщик? Он спрятан в коробочке. Он спрятан, да. В коробочке. Маленький, вот такой микроскопический барабанщик. А, бывают такие, да? Да, ну это вот мои любимые дурацкие шутки про микроскопического барабанщика. Ребят, мы можем сколько угодно здесь дурачиться и говорить всяческого рода ненужные слова, но когда музыканты в студии, ваше дело, что называется, дарить людям музыку. И поэтому мы с удовольствием эту музыку будем получать вместе с нашими зрителями. Давайте еще что-то споем. Конечно. Что это будет, можно рассказать? Следующая песня будет называться «Фонари». Вот. Собственно, подробнее в самой песне. Крутяк. Фонари говорят мне не грусти, почему же фонари говорят со мной, смотри, помигали фонари, помогут ли они встретиться с тобой? С тобой. Эти городские электрические люди знают о проблемах и мечтах тебя меня. Фонари мигают светом, спящих будят, и не вышвырнет планета их себя. Эти городские электрические люди знают о проблемах и мечтах тебя меня. Фонари молчат и никого не будят. Закрывай глаза, прощаемся пока. Пока. Они забирают ее с собой. Умри. Не мигают фонари, не помогут мне они. Я один не стой. Не стой. Эти городские электрические люди знают о проблемах и мечтах тебя меня. Фонари молчат и никого не будят. Закрывай глаза, прощаемся пока. Эти городские электрические люди знают о проблемах и мечтах тебя меня. Фонари молчат и никого не будят. Закрывай глаза, прощаемся пока.
сразу что-то так петь захотелось. Вот вы к себе дополнительно берете, ну, солиста какого-нибудь хотите себе еще взять? А зачем еще? Ты посмотри, если у них, если ребята вдвоем справляются и даже ошибились. Не-не-не, просто если, меня, что нет, просто если, то... если у них есть, если есть барабанщик в коробочке, то представляешь, где будет второй вокалист? Где-то во втором, вот в этом чемодане, а очевидно. Ну, маленький из угла. Не, а вот если серьезно, может быть, не то, чтобы мы напрашиваемся, а кто-то нужен вам? У нас были раньше, у нас был больше состав раньше, но ввиду некоторых обстоятельств, удобства, практичности, мы решили... Место в машине. Закомпактить. Понятно, продолжим разговор с ребятами после блока полезной информации. В общем, сейчас рекламу посмотрим, но я думаю, что вот это будет с вами до конца дня, 100%. Отличная песня. Еще что-то споем обязательно сразу после рекламы. Доброе друзья, утро! Еще раз доброе утро! Напоминаем вам о том, что вы смотрите программу «Утро на Енисея». Меня зовут Слава Громов, это Алексей Перепелец. У-ху! Мы на позитиве с утра, потому что мы каким-то образом отмечаем сегодня информацию о празднике Хэллоуин. Мы готовимся, понимаем, разбираемся, как, что. В нашей группе ВКонтакте уже разгорелся пожар в комментариях. Дело в том, что там уже кто-то пишет, что они против всей этой американщины. А кто-то говорит, ребята, все нормально, позитивно, все хорошо. Вы начали готовиться и говорить о Хэллоуине. В общем, пишите свое отношение к этому празднику в нашу группу ВКонтакте, которая называется «Утро на Енисея». Там есть пост, под ним уже можете, что называется, устраивать бомбление во всех его проявлениях. Бомбите. Бомбите в комментариях, да. Бомбите в комментариях. Говорили про группу, а я хотел бы сказать, что у нас несколько групп, и сегодня у нас в гостях команда, группа. Кирсанович. Есть? Я правильно это сделал? Да, ты все правильно сделал. Давайте поприветствуем ребят. Это Настя и Кирилл. Было бы очень круто им поаплодировать, а я это сделаю. А вы, в свою очередь, просто берете и начинаете играть, ребята. Да, хочется сказать, что если вы когда-то сталкивались с нами, то, скорее всего, вы слышали именно эту песню, поэтому мы сейчас ее и сыграем. Она называется «Заправляй ракету». С восклицательным знаком в конце. С планеты Земля. Мы так устали с тобой от этой вечной зимы, где эмоции и чувства на пределе, скрыть их нельзя. Выходи, я буду ждать тебя там, где растут чьи-то цветы. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс, и лови комету, летящую на нас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. Завтра не получится, только сейчас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. И лови комету, летящую на нас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. Завтра не получится, только сейчас. Что я стал говорить намного быстрее. Я это делаю, чтобы сложить смыслы фраз в потоке из букв. Но от этого, мне кажется, становится только страшней. Все потому, что я боюсь тебя спугнуть. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. И лови комету, летящую на нас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. Завтра не получится,
только сейчас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. И лови комету, летящую на нас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. Завтра не получится, только сейчас. Заправляй ракету, мы с тобой летим на Марс. Романтично, эргономично. Какие еще непонятные слова ты знаешь? Аутентично. Ребята, группа Кирсанович, ребят, вы действительно очень крутые. Это вообще большая радость, что в нашем городе становится все больше и больше качественных групп, которые знают больше трех нот, которые поют хорошо, аранжировки у них классные. И вообще вы, ребята, очень классно и фирмово звучите. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Было приятно выступать. Ну, а мы с вами не прощаемся, ребята. Если вы подумали о том, что все, мы пойдем собираться. На самом деле мы вас никуда нам не отпустим. Нашим зрителям понравилось. Мы не отпускаем вас. Да. Никуда не отпускаем. Души в тиши, это боль или усталость, или просто я упор, стряхни ворот. Кричи или молчи, выбор скоро, так и скоро испытаешь счастье голод. Закипает это солнце из токсичных отходов. Голову сломала та головоломка, где нет выхода и входа. Я закину свое тело в реактивный трамвай. Если вспомнишь меня, приезжай на чай. Реактивный трамвай тебя быстро довезет. Хочешь вызвать трамвай? Вперед! Я закину свое тело в реактивный трамвай. Если вспомнишь меня, приезжай на чай. Реактивный трамвай тебя быстро довезет. Хочешь вызвать трамвай? Вытри ноги и капли отряхни, капли слушай, убоги, грязные сейчас дороги. Мы же боги, а боги ли они? Это мусоры, не важно, скоро подведем итоги. Загибает это солнце из токсичных отходов. Голову сломала та головоломка, где нет выхода и входа. Я закину свое тело в реактивный трамвай. Если вспомнишь меня, приезжай на чай. Реактивный трамвай тебя быстро довезет. Хочешь вызвать трамвай? Я закину свое тело в реактивный трамвай. Если вспомнишь меня, приезжай на чай. Реактивный трамвай тебя быстро довезет. Хочешь вызвать трамвай? Вперед! Вперед! Реактивный трамвай тебя ждет. Закину свое тело в реактивный трамвай. Если вспомнишь меня, приезжай на чай. Реактивный трамвай тебя быстро довезет. Хочешь вызвать трамвай?